Zombie apocalypse. Всем привет! С вами Стас, и сегодня я наконец-то буду проходить четвертый акт. Блин. В прошлый раз я остановился на том, как открыл дверь в подвал в третьем акте. На этом мы и продолжим. Начнем. Надо подождать, пока прогрузится все. У меня будет глючить, наверное, сегодня, потому что у меня в телефоне маловато места осталось. Здесь надо осторожно подойти как можно ближе и остановиться. Я не вовремя остановился. Я лучше подойду прыжком, подойду обычным шагом, а потом резко присяду. Вот так сойдет. После этого еще некоторое время ждем. И можно идти. Подождите, кое-что сделать надо. Все. И вот сейчас начнется четвертый акт. Можно сразу взять гитару. Вот это сын моего соседа здесь. А там за окном стоит гигантский сосед. Чтобы начать акт, нужно посмотреть в окно на соседа. Сосед пищит, как ребенок. Но это ж сон главного героя. Тыкаем на эту кнопку, и вон там по рельсам едет вагонетка. И сейчас увидите, что она сделает. Она разломала вон там крышу дома, и нам нужно в этот дом залезть. Видите, тут зонтик и стрелочка наверх. Нужно сначала вот это запустить. Получилось или нет? Нет, скорее всего, не получилось.
А чё оно только включится, сразу обратно выключается? Не понял я. Включилось вроде. Нам нужно было дернуть за этот рычаг. Сейчас покажу зачем. Чтобы открыть вот это место. Сюда запрыгиваем и залетаем вот на эту платформу. Как только мы нажмем на этот рычаг, то нам резко нужно побежать вниз. И вот сюда прыгнуть. Берем вот отсюда лампочку, разбиваем окно. И вот отсюда мы вместе с зонтиком падаем. Тут можно прыгнуть в воздухе, чтобы не разбиться. Берем зонтик. И летим вон к тому сломанному дому. Теперь мы сможем в него залететь, потому что мы сломали ему крышу. Сейчас узнаете, зачем я в этот дом лечу. Отсюда нужно нам взять свечку. Нам нужно залезть в дом на спине соседа, но чтобы это сделать, он должен максимально сильно нагнуться. А чтобы это сделать, нужно его избить. Для начала ему нужно салют запустить в лицо. Чтобы салют запустить, свечку подставляем. Теперь можно запустить при помощи свечки вон там лук. А потом вот здесь шариком в него пульнуть. Или можно просто два раза шариком в него пульнуть. Легче просто шариками пострелять в него, чем еще и после этого лететь к стреле. Так. Заталкиваем мячик вот сюда, и он будет пуляться в соседа в ноги. Первая нога готова, и сейчас вторую ногу надо подбить. Все, теперь он на коленках, и можно ему на этот домик залезть. Можно прямо отсюда прыгнуть в тостер.
И нужно сейчас залететь к нему в дом на спине, хоть это и очень сложно будет сделать, потому что он шатается. Вот опять все заново переделывать. Вот я опять почти долетел. Хоть бы в этот раз попасть. Yes. Открываем дверь, и нас сразу же переносит сюда. Идем. Осталась последняя часть четвертого акта. Вот этот пацанчик, это мы в прошлом, когда были ребенком. Я ему могу на голову встать. Бежим наверх. И здесь, когда он сядет, встаем перед ним, чтобы его защитить. Бежим вниз, потом направо. Вот сюда. И вот сюда он сейчас перед этой кроватью должен сесть. Да. Также встаем перед ним. Теперь налево, по этой лесенке вверх. И вот сюда. Вон оттуда сейчас он выбежит. Или вот. А я уже не помню. А вот с лесенки. Теперь вот здесь его защищаем. Приседаем, встаем и идем. Вот сюда теперь надо прийти. Вот оттуда он сейчас прибежит сюда. Прыгиваем. Пропрыгиваем. И вот это сейчас будет конец. Отсюда сейчас он вылезет. Сзади нас сосед сидит в доме. Прячется от своего страха.
Вот и все. Если хотите, можете титры посмотреть. Ну, это все, я прошел игру. Можете выходить из видео. Я еще потом сниму, как вырастить дерево в третьем акте. Чтобы вырастить дерево, надо будет очень долго его поливать. Поэтому мне придется обрезать некоторые части. Короче, всем пока.